Всем привет, дорогие друзья, с вами очередной выпуск «Рождественские фильмы со зверьё» весь декабрь. Сегодня вам советую посмотреть «Деннис. Мучитель Рождества». Это из серии фильмов, помните, Деннис со своим соседом, вот тут про Рождество будет, 2007 года, идет час 20. Вот так смотрится вообще просто, час 20, что такое, бас. На телефон закачали, посмотрели быстренько, давайте. В главной роли Максвелл Перри Коттон, Роберт Вагнер и Луиза Флетчер. Первый парень, ну, маленький здесь еще, 2007 года, 5 лет уже прошло. Повествует о чем? Каждый из героев главных, это сам не парень, его сосед, приносит для себя ценные уроки о ценности Рождества. Ну, в итоге, как всегда, там юмор, всякие приключения происходят. Но в итоге посмотреть стоит рождественский фильм. Ждем Рождества до завтра.